Иван Алексеевич Куликов родился 1 апреля 1983 года в Иркутской области. Окончил Иркутский госуниверситет. Работал на руководящих должностях на предприятиях Иркутска. С 2008 по 2011 год трудился в Министерстве экономического развития Иркутской области. Занимал руководящие должности в Министерстве стратегического развития Краснодарского края, в Министерстве экономики региона. В декабре 2015 Иван Куликов был назначен заместителем министра промышленности и энергетики Кубани. С января 2016 года исполнял обязанности руководителя департамента промышленной политики региона.